за мной сразу с камерой, как я иду в так. Меня пока не снимай. Я появляюсь в кадре, меня снимаешь, идешь за мной. На вытянутую руку, блядь. Пиздец, нахуй. Я ебал эти клипы. На съемках клипа ты чё ссышь там, я не понял. Помощник оператора, сука. Хватит ссать, нахуй. В эти дни, так, оператор, блядь, я не пойму. Почему, блядь, начало съемок, а меня криво снимают все, блядь? Потому что выпили для разогрева. Так, ладно, все, пошли дальше. Так надо было это, идти ко мне. А можешь теперь отсюда со спины снять? Вот здесь, как я иду вперед. Или смотри, от спины и назад уходи, смотри под ноги тут. Да, а я вперед иду, а ты чуть несколько шагов назад. Да. Все, пойдем. Надо больше ракурсов включить. Оператор, блядь, ты запорол сквозь кадр с себя 10 миллионов долларов. Так, а тот, что тут посторонний на площадке? А ну, прочь отсюда. Прочь. Нормальная такая заброшка. Мы находимся по адресу город Новохуевка, улица Висячего, 4. Это подпольный цех по производству крокрюков в Шептыке, так что будьте осторожны. Сейчас снять отсюда же. Сможешь? Вот так. Просто как я иду. А, спереди, спереди, блядь, получится. Ой, подожди. Перемотку сделать. Спереди, нет, вот так вот, да. Что я гоню? Вот так, да. Просто ноги? Да, начинаю. И выше можешь пойти. Вы что, кто такие тут? Что забыли здесь, блядь? Фотку сделай на фоне развалины. Вот тут, вот так. Я сюда пришел клип снимать, а не фотки делать. Сделай мне фотку на фоне развалины, пожалуйста. 500 рублей. Да, блядь, сделай. Ну, нет. Ну, пожалуйста. Сделай мне фотку на фоне развалины. Только не снизу, не снимай снизу. Все, снято. Артхаус. Тут вообще происходит, блядь. На съемках клипа We can't see sound, go astray. Сбиться с пути в переводе. Очень атмосферное место. Привет.
стрёмно, чтобы камера не упала. Да, да, кстати. Во, блядь, как в фильме Куб, помнишь? Во, блядь! Ты что принёс, клад? Вот так. Ты открываешь. И там сокровища достаю, а да? А там, блядь, шляпа, блядь. А что это за подставки сидят? Немножко на съемках подзаснимем. Да. Ну все, давай, иди. Вперед, иди. Цивилизация. Твой дом, и ты туда телепортировался, в ту заброшку. Все, а давай внутри... сейчас снимешь, как я спрыгиваю. Ты внутри сам себя сними. Назад только ты иди. Тут не надо. Я думал, ты заднее сальто хочешь прыгать. Чуть назад отходи. Давай. Нет! На фоне это, давай. Вот тут. Иди. Чтоб фон был видно. Вау, трактор стоит. Трактор стоит. Ну что, мы все еще на съемках клипа. До Орджоникидзе осталось недолго. Тут рядом. Идем в лес. Вторая локация для съемок. Фух. Классно тут вообще. Атмосферненько. Круто. Крутой видон. Саня, рассказывай, что вы думаете. Ну, короче, здесь мы пришли и начали снимать. Нас выгнали. Теперь сказали идти пешком отрабатывать. Что ты несешь, черт побери. Нам надо выкопать шахту до конца. Сказать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ой, блядь. Все, хорош. Давай,
Блять, капнуло на камеру. Блять, стой нахуй. Там даже есть провод, Wi-Fi кому-то тянет. Хотел его перегрызть и подключиться. Давай, как будто у тебя цинга после радиации, Кеша, и ты иголки. Снимай повыше, чтобы тени твои не было видно. И ты начинаешь кушать иголки. Ты про дырки. Да подожди. У тебя бантик оторвался. В смысле? Да. Бля, всего, пиздец. У меня бантик оторвался. Да пошел ты. И это будет начало клипа, короче. Или середина, не знаю. Так, ты ляжь в кусты, чтобы следов не было видно. Вот так, от лица, короче, и вот так вверх. Ногу твою видно. Блядь, ногу видно. Давай по ноге. Да. Все хуй. Все, хорош. Давай вот так сдалека, прикол сейчас с ней. Давай. Давай, будешь подходить по чуть-чуть ближе. Я буду кондрашку ловить. Давай, Сань, подходи поближе. Сверху, давай. Кто в теремочке живет? Да, нормально. Ну все, хату не снимай. На, выключай вон собаку. Погнали. А ты что дальше не пошла? Да все. А что ты дальше? Там уже вытянет кадры. Блять, мои ноги видно, что ли? Надо как-то на вытянутую руку снимать, вот так. Да, я буду задом наперед ходить снимать. Ты нажал плей? Угу. Погнали. Ты за мной иди. Дурака включайся.
А плей ты включил? Да. Ой, блядь, чуть не упало. Короче, сейчас все смотрим, он будет включать. Давай, дурака. Иди поближе, а я иду поближе. Да. Работяга с кирпичного завода вышел. Все, ебать, пошли.